Итак, подошло время нам поговорить о современном состоянии православной церкви в России. И для начала мы обсудим место православия в современном российском обществе. Здесь возникает сразу же любопытный вопрос, сколько вообще всего православных в нашей стране. По той причине, что статистика дает очень разнообразную информацию. Вообще говорят, что есть ложь, есть большая ложь, есть статистика. Вот поэтому трудно доверять статистическим данным по той причине, что очень разные критерии оценки, и поэтому некоторые говорят примерно о 70-80% православных, а другие, применяя более жесткие критерии для того, чтобы отделить людей церковных от людей не церковных, говорят о процентах примерно 30. В любом случае, достаточно большие, достаточно значимые цифры, но если как-то попытаться сориентироваться и как-то представить себе ситуацию с православием в обществе, то можно, наверное, писать так, что если мы будем говорить о примерно 70% людей, которые называют себя православными, то есть когда человеку задают вопрос, православно это или нет, около 70% в последнее время говорят, что они православные. Так вот, среди этих 70% к воцерковленным относится примерно 12%. Причем критерий воцерковленности у большинства статистических служб следующий. выцерковленными считают тех, которые, в жизни которых регулярно имеет место хотя бы одно из следующих явлений. Хождение в церковь, причащение, чтение Евангелия, церковная молитва и пост обратите внимание, не все эти пять явлений, а хотя бы одно. То есть, если человек иногда постится, он уже считается выцерковленным, или читает иногда Евангелие, он уже считается выцерковленным, или причащается, он считается выцерковленным. То есть, те, кто регулярно хотя бы что-то делают, таких 12%. А тех, которые делают все, то есть тех, которые каждое воскресенье ходят в церковь, соблюдают все посты, регулярно молятся, читают Евангелие, причащаются и так далее, где-то порядка, наверное, от 2 до 4 процентов. Поэтому, с одной стороны, огромная масса православных, 70% от всего общества, с другой стороны, всего процентов 12 из них, ну, как-то более-менее вовлечены в православную жизнь, и процента 2-3-4 глубоко погружены в православную жизнь. Остальные люди являются там полувоцерковленными, невоцерковленными. Среди тех, кто называет себя православными, около 10% тех, которые вообще ни разу в жизни не были в храме, ну, может быть, только креститься ходили, и то непонятно, крещенные или они. А достаточно велик процент тех, которые не верят в Бога, но просто относят себя к православной культуре. А, так что очень трудно сказать однозначно, Сколько же у нас православных, это будет зависеть от того, что вы называете православием. Тем не менее, сам факт, что человек заявляет о себе Я православный, уже связан с тем, что православие является ну, достаточно значимой силой в обществе, и доверие к православной церкви, желание ассоциировать себя с Православной Церковью в нашей стране достаточно велико вот это вот количество людей, там, регулярно ходящих в православии, оно не то чтобы, оно практически не меняется в течение последних лет, но в организационном отношении православная церковь растет, строятся новые храмы, открываются новые монастыри. Несколько лет назад, например, темпами строительства будет, каждые три дня строился новый храм. Поэтому сейчас в России несколько десятков тысяч храмов, сейчас десятки православных семинарий, есть православные академии, есть всевозможные другие учебные структуры. Православная церковь, ну, помимо вот такой вот, своей внутренней деятельности, активно вовлечена в финансовую деятельность и достаточно крупный собственник и земли, и обладает определенными капиталами, занимается там строительным, гостиничным бизнесом, драгоценными металлами, камнями, экспортом нефти и всем прочим. Так что в любом случае значимая и влиятельная структура. Очень трудно оценить, насколько... Православная церковь богата, приятно, конечно, считать чужие деньги, но, но сложно. Если кому-то интересно, вы можете просто поискать в интернете публикации Митрохина, который многие годы занимается вот отслеживанием каких-то экономических вопросов, связанных с православной церковью. Для нас сейчас больше важны даже не деньги, а больше важно, как воспринимается православие обществом, как православие воспринимается людьми, которые называют себя православными. И, наверное, самое яркое проявление православия, православие сегодня это некая национальная идея. Может быть, идея, не разделяемая всеми, но, тем не менее, идея активно пропагандируемая, активно поддерживаемая как со стороны православной церкви, так и со стороны государства, которое чрезвычайно нуждается в некоторой идеологии. В связи с тем, что православие сейчас везде и любое крупное мероприятие не обходится без участия православных священников, плюс там православные капелланы есть в армии, плюс есть какие-то уроки, связанные с православием в школе и так далее, иногда говорят о клерикализации общества. Но в общем-то, может быть, клерикализация неудачный термин, потому что клерикализация — это когда церковь получает некие властные полномочия. И время от времени задают вопрос там, патриарху, каким-то ключевым фигурам православной церкви, что они думают о клерикализации общества, и они постоянно отвечают на этот вопрос, что никакой клерикализации нет, потому что нет ни одного документа, где, который бы указывал на то, что есть какие-то полномочия, есть клерикализация. В этом отношении не правы. Православная церковь не обладает юридическими полномочиями, не, обладая, не занимая места властных структур в нашем обществе. И поэтому, может быть, термин, который лучше описывает сегодняшние процессы в нашем обществе, это не клерикализация, а клерикальная идеологизация. В общество целенаправленно, достаточно активно внедряется клерикальная идеология. Обществе пытается, общество пытается, в том числе и государство создать представление о том, что православие это и есть наша идеология, это и есть наша национальная идея. Понятно, зачем это делается? У нас некий кризис идеологии после того, как исчезла идеология коммунистическая, ничего внятного и сознательного на ее место не пришло. Без идеологии обществу, ну или некоторым, по крайней мере, структурам общества, существовать достаточно трудно, и поэтому нужна какая-то замена, нужно какое-то представление, которое более-менее бы объединяло людей, при том, что 70% готовы себя соотносить с православной церковью, а тем самым православная идеология оказывается удобным элементом для подобного объединения. С этим очень тесно связаны культурные вопросы и рассматривание православия как некой культурной основы, как духовной скрепы для нашего общества. Людям нужна какая-то самоидентификация людям нужен какой-то способ сказать я свой а не чужой людям нужна какая-то возможность отличить себя от других от противников от врагов и здесь православие оказалось очень удобным инструментом и когда мы обо всем об этом говорим важно понимать что мы не говорим о вере вообще здесь нет религиозного аспекта если он есть он где-то вторичен он на каком-то там а, следующем плане находится здесь прежде всего аспект организации общественной жизни государство использует православную церковь таким образом для того чтобы создавать собственную идеологию но и православная церковь не против быть использована таким образом когда происходит православная когда происходит клерикальная идеологизация общества, это дает православной церкви определенные преференции, это позволяет православной церкви проникать в различные структуры, силовые структуры, образовательные структуры, экономические структуры, и без этого бы она такой возможности не имела, без этого бы у нее не было такого влияния. Более того, православная церковь в такой ситуации претендует на нравственное и на патриотическое воспитание общества, что тоже открывает перед ней многочисленные двери. А время от времени возникает вопрос о превращении православия в государственную религию, и вопрос этот поднимается православными, там, около православными людьми. Но, похоже, государство не готово идти на столь тесную вовлеченность православия в жизнь общества. Государству от православия нужна идеология, но государству не нужно, чтобы православие слишком вмешивалось и слишком влияло на государственную политику. Может быть, как некая иллюстрация этого, вот сейчас события в России, на Украине и весь этот конфликт очень часто обращают внимание на то, что православная церковь, если высказывается по этому поводу, я имею в виду в лице своих официальных представителей, то высказывается чрезвычайно редко и чрезвычайно осторожно. Почему? Потому что, с одной стороны, российское общество сейчас настроено чрезвычайно антиукраинские, с другой стороны, православная церковь существует не только в России, но и на Украине, имею в виду церковь московского патриархата, и православной церкви невыгодно какое-то вот очень резкое разграничение России и Украины. И вот здесь сложная ситуация. Будучи идеологической структуры для России православие вроде бы должно поддержать а, такие антиукраинские тенденции, но будучи церковью, влияние которое распространяется за пределы России, православная церковь должна бы вести какую-то прямо противоположную политику, и вот эта вот сложная ситуация приводит к тому, что активность православия невелика. И в этом отношении государство наверняка понимает ограниченность способности православной церкви, поэтому удовлетворено вот этой вот клерикальной идеологией, которая существует на сегодняшний момент, но похоже не готово дальше продвигать этот процесс и превращать православие в подлинную государственную религию с каким-то юридическим оформлением всех этих моментов. Образовательный ресурс в видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Тем не менее, когда мы говорим о идеологизации общества, то определенные процессы, определенное влияния бросаются в глаза, и время от времени возникает какой-то конфликт между православной церковью, и православной идеологией, культурой, и здесь множество скандалов последнего времени было, наверное, какие-то скандалы будут и еще. А здесь еще один очень важный момент, что если православие действительно является идеологией, то конкурирующие идеологии они неприемлемые, и поэтому какие-то структуры, которые бы могли привносить другую соразмеримую идеологию, а прежде всего религиозные структуры, будь то протестанты, будь то католики оказываются неприемлемыми не только с православной точки зрения, для, которого, для православия это, естественно, чуждая вера, это сектанство, это ересь, но такие структуры часто оказываются неприемлемы из государственной точки зрения, если государство использует православие как свою идеологию, и поэтому многим неправославным структурам в России живется достаточно непросто. Нас не должно это удивлять, это и религиозное, и политическое явление. Понятно, что не всем такая идеологизация нравится, и, может быть, особо в последнее время обострились выступления против клерикальной идеологии. И, может быть, вы помните, там скандалы, связанные а, с пылью в квартире Патриарха, а, множество скандалов, а, связанных с а, а, выступлением, потом арестом, тюремным заключением группы Пуси Райт, и так далее. А, и что любопытно, если мы посмотрим на предыдущие годы, на то, когда был вот религиозный бум, на то, когда православие только-только вот становилось чем-то значимым для общества, там тоже было достаточно поводов для скандалов, и некоторые поводы того времени вспоминают, они время от времени там всплывают в печати, но эти скандалы не разрастались был интерес к православию именно к вере, как к вере, был интерес к православию как к духовности. Теперь этот интерес насытился, теперь ситуация стабилизировалась и теперь а, вопрос а, скандалов – это вопрос не только религиозный, но это вопрос идеологический. Так что. Не непростое, наверное, будущее идеологическое и религиозное ждет и православную церковь, которой как-то приходится соответствовать и вписываться в эту структуру и общество, которое приходится соответствовать православной идеологии или конфликтовать с православной идеологией, в любом случае, мы, живущие в этой стране, мы, видящие православие, православную идеологию, желающие, ну, может быть, разумное какое-то совершать служение, общаться с людьми, вот эти вот особенности православия должны учитывать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.